Я крутой! Круче некуда! Нет! Нет! июня 1995 года. Меня зовут Дэниел Луга, и я верю в фитнес. Это не вымышленная история. Все началось с того, что я захотел изменить свою жизнь. Да, вот так! Чтобы не ходить на работу в трениках до конца своих дней. Мистер Дорбл, вы принимаете стероиды? У меня из-за них малость неполадки. Не переживайте. Все починю. Я сам всего добился. Заработал кучу бабок. Купил бы себе тогда салат. Знаешь, кто придумал салат? Голодранцы. Что с тобой делал? Тебе это не осточертело, Эдриан? Нет, у меня тут штанга, блины. Я про твою жизнь говорю. Когда ты в последний раз вовремя платил за квартиру? У меня есть план, мы все изменим. Где срок трубил, приятель? На севере. А подработать не хочешь? Нельзя просто взять и похитить человека, так нечестно. Еще как можно. Виктор Керша это заслужил. Он тот еще бандюган. А ты уверен, что никто не пострадает? Ну да, мы его подкараулим. Вот он! Мы его схватим, он подпишет пару бумаг. Сунем ему протеиновый коктейль, он даже не поймет, что случилось. Я в кино видел и знаю, что делать. В апреле. Шайка качков отняла у тебя все состояние. И что теперь? Теперь мой ход. От режиссера Майкла Бэя. Мне надо потягать железо. Молодец. Давай, до боли в мышцах, чтоб сработало. Кровью и потом. Ты сказал без насилия. Богом клянусь, я так и хотел. Убивать я не буду. Я помню. Когда все закончится, пойдем в поход, да? Ладно. Режиссер Майкл Бэй. Апрель 2013-го.